зовут Влад, мне 12 лет. Я занимаюсь поробкой из дерева. Сейчас я вам покажу это все. Вот моя первая поробка. Это я сделал для мамы. Это сердце в виде пазл. Это боевой томагав. Это доллар. А это нож, который закрывается, открывается. Это спиннер. Он еще крутится. Вот моя поделка, которую я, правда, еще не сделал, но я ее уже скоро доделаю. Также я еще хожу на радиокружок. И моя первая поделка – это вентилятор. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот как он работает хорошо и очень быстро крутится. Он охлаждает. Также я еще хожу на акробатику. Сейчас я вам покажу то, что я научился. Вот мое первое. Это я сделал рандат. Мое второе, я научился ходить еще на руках. Правда, это было трудно, но сейчас уже для меня это очень легко. Так я еще умею передний фляг. И еще мою, правда, я его не сильно умею, но я его скоро сделаю очень хорошо. Шпагат. Я это все люблю. Для меня это все классно, но самое лучшее это велокружок. Я его люблю больше всего. И сейчас я вам это покажу.